назва. Чем оборвал такой? Неро гнался все. Нырки у вас и клюю, да. Нырка на видео еще не было. В общем, да, не клюют одни нырки пока. Насколько реалистично работает релакс копыто, что даже нырки на него ведутся. Да, парни? Что-то у них там поклевывает, а у меня... Да, что-то нечисто. Брешут, хлопцы, как может. Вот какой честный у нас гидромедцентр, смотрите. Гремит, омалевало солнышко. Ну, зато красиво, красиво. Да, красиво, парни. А, да. Я вам говорил, что поймаю и не покажу нашу, а вы мне не верите. Ха-ха-ха! Лохмандей! Не, да, она маленькая. На малину! Да. Малинка, да, джигом. Здесь травы нету. Fish Hunter. Малинка с зеленой точечкой. 15 грамм. Щучка небольшая. Пыхнух. На малину. Не, на малину. На малину опять? Так смотри какая. Поймал? Давай хоть сниму тебя хоть раз. Да. Это что? Маленькая щучка. Бейдер, но все равно поклевочка. Абсолютно маленькая щучка. Да. Смотри, какой красавчик. На кукан, конечно. Я слышу, что подача такая окунячая. Смотрите, ребята, какой красавчик. Тоже уже курвать не рестился. Вынырнула прям под нами. Проверили нас и ушли. 5 часов рыбу как выключили. 5 часов уже время? Ну да. Даже уже, наверное, 19 минут 6. Будем мы сейчас возвращаться назад и с утреца пробовать еще ее искать. Надо разобраться, когда она активнее. Контролочка и назад. Фух. Блин, и травичка, и все как надо. В прошлом году в такое же время мы шловили, ждал же превосходно. И хорошие щуки попадались. А в этом что-то... Маленькие. И блесна работала. Блесна работала, да. Все. Джексон Карас, да? Угу. А там тут у меня с собой.
Все. Идем даже останавливаться, не будем, пройдем. Да. Радоша. Ромашка. Рыбулечку несет. Да, сегодня я лошара. Слышь, солови. Ай, соловушка дает. А ну, постоим, послушаем. Ай, класс. Класс, да? Как клевал. А, вон рыба. Рыба-птица. Два ствола. Не там, да? Есть. Красивый карась тут, конечно. Варный такой, круглый. Так красиво. Это заливчик был. Редкое животное.
Вот качель. Карасевич. Это маленький зато удаленький. Курва ж заводит же штрафы. Тихо, тихо, малый, иди сюда. Ты же редкое животное. Все маленькие там. Такие. Ух. Да. Кожаный. Да, огромный. Вот это карась. Ух, карасятина. Расскажи, как ты в такой жизни докатился. Со спиннилистом карасятники, а? Смотри, как я с тобой связался, стал щуплым. Чтоб ты сейчас вообще ловил бы. Хорошее настроение. Кашу. Да, и кашу варят. Щуки не ловятся. Нет, две штуки только. Она маленькая. Да не кинься. Пять поклевок мне еще было. Далеко были, и окунячие были, понял? Угу. Что полюбила? Я ловил на подсекунду. На колу маленькую. А Макс поймал. По карасю у нас работает червячок. Парик краснопер. Я не упираюсь. Бутербордик поставил, молчи. Приехали с дождем и уезжаем с дождем. Ребята, в общем, отрыбачились мы. Половили немножко карасика. Попалось парочку лыночков. Только красноперку там поймал, такую крупную, большую. В общем, рыбалка разнообразная, интересная. А Марадона щук наловил? Марадона наловил щук, да. Я не снимал, потому как... Ну, так я один был, да. В воде, что там, как я снимал? Только с крючка. Я думаю, все в ролике там, что смог, рассказал. Если что-то не дорассказал, пишите в комментариях, спрашивайте, обязательно отвечу. Всем ни хвоста, ни чешуи, подписываемся на канал. До новых встреч на рыбалочках. Мы едем домой.